Иисуса зовут в Вифанию, в деревню под Иерусалимом. Там заболел человек по имени Лазарь. Лазарь и его сестра Марфа и Мария – близкие друзья Иисуса. Но когда Иисус приходит в Вифанию, он слышит, что прошло уже 4 дня, как Лазарь умер и похоронен. «Господин мой, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер. Твой брат воскреснет, Марфа». «Да, я знаю. Он воскреснет в последний день, в день всеобщего воскресения. Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, будет жить. Веришь ли ты этому, Марфа?» «Верю. Я верю, что ты тот самый Спаситель, который должен был прийти в мир. Я верю, что ты Сын Божий. Где вы положили его? Иди за нами. Смотри, он и вправду любил его». Не мог ли он сделать так, чтобы Лазарь не умер? В древнем Израиле умерших заворачивали в погребальные пелены и клали в склеп, высеченный в скале. «Отвалите камень от склепа, откройте его. Ты не боишься запаха? Он там уже 4 дня. Вы сейчас увидите, что Бог творит чудеса. Отец, пусть люди, стоящие здесь, узнают, что я послан тобой». «Выходи, Лазарь!» «Развяжите погребальные пелены. Пусть идет».